Ямбурское месторождение разрабатывают более 30 лет, и газа еще много. Но пластовое давление снижается, как и скорость движения газа по шлейфам. Чтобы извлекать больше, нужно новое решение. Чтобы доставить газ непосредственно от кустовых площадок до ДКС вторых очередей, и разрабатываются вот эти модульные компрессорные установки. То есть их функция – транспортировка газа от куста до площадки промысла, до ДКС. Модульная компрессорная установка 611 – пилотный проект. Она первая в своем роде. Ее будут испытывать до тех пор, пока показатели работы МКУ полностью не устроят газодобытчиков. Главное требование – извлечение низконапорного газа. По условиям технического задания заказчика входное давление со скважин от 1 до 3 кг. Давление нагнетания варьируется от 7 до 10 кг по режиму заказчика. Заказчик – «Газпром Добыча Ямбург». После монтажа установки специалисты разных подразделений компании находили, что нужно доработать, и за короткое время предлагали пути решения нестандартных задач. Опытную эксплуатацию мы начали с октября 2017 года. С тех пор она работает, дорабатывается, потом опять работает, дорабатывается по результатам. В данный момент установка работает. И работает полностью на российском оборудовании и комплектующих из реестра «Газпрома». Сегодня здесь непривычно людно, обычно не так. По начинке модульная компрессорная установка – практически искусственный интеллект. Безлюдная технология, которую попросил реализовать заказчик, это автономность ее работы, высокая автоматизация процесса компримирования и подачи газа. Проект по внедрению МКУ уже 6 лет ведет технический отдел общества. Они составляли техзадания на проектирование и изготовление установки, принимали распредложения от работников. Теперь результаты своих трудов они видят на мониторе рабочего компьютера благодаря системе. Система, которая позволяет контролировать параметры работы установки в режиме онлайн, просматривать графики ее работы, анализировать, что мы делаем в отделе, делать выводы и давать рекомендации по улучшению. В техотделе контролируют, а изменять параметры работы МКУ можно с пульта управления на ГП-6, дистанционно по радиоканалу. Там же определяют и производительность установки – максимум 430 тысяч кубометров в сутки. И по результатам испытаний именно этой модели модульной компрессорной установки будет приниматься решение о серийном производстве таких установок. МКУ добывает газ при низких давлениях, продлевает жизнь скважины, сберегает энергию. Теплый газ после установки мешает образованию льда в газопроводах-шлейфах. Это итог первого этапа большого проекта. Вторым этапом мы планируем на 506-м кусту такую же работу провести, но уже по более эффективной в ожидании машине, которая будет более компактная, более эффективная. Но это покажет результат нашей совместной работы с институтами и с заводом непосредственно. Большой проект – это реконструкция газосборной сети с применением МКУ и последующим объединением промыслов месторождения. В перспективе установок будет 52. Про первую и пока единственную «Ласточку» рассказали Константин Портных, Юрий Грига, Кирилл Мамонов, Владимир Расихин, Ямбурское месторождение.